А буду ли я снимать танки онлайн в новом 2021 году? Вы ощущаете этот жгучий запах войны и жар раскаленных орудий? Это сервера нового бесплатного динамического шутера ExoTanks распахнули свои двери для всех желающих. Обширная кастомизация танков, система прокачки прямо во время боя. Три класса, один из которых подойдет именно вам. Получай победу за счет своих скиллов. Донат не равен победе. Присоединяйся к первым колонистам Марса и получай новогодние подарки и испытай свои силы в ExoTanks. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик уже в новом году. Первый ролик в новом году, поэтому, кстати, ребята, вас поздравляю с новым годом. Там всего самого наилучшего вам желаю. Я вроде уже где-то делал пост, поздравлял, но тем не менее, в ролике тоже нужно это сделать. Поэтому всем всего удачи, всем всего наилучшего, поэтому поздравляю всех с новым годом. Короче, ребят. А теперь о новостях, которые, соответственно, вас ждут и, возможно, будут как раз-таки для вас актуальны. Я нахожусь на аккаунте, как говорится, о самых свежих новостях расскажу. Это новогодка. Мы каждый стрим 10 дней подряд разыгрывали по 100 тысяч кристаллов. У нас там есть 10 победителей. Этих, ребята, 10 победителей я награжу ровно через неделю. Я говорил, что 1 января это сделал, но немножко там у меня, ребят, не получается со сроками, с выдачей кристалликов, поэтому это все будет через неделю, поэтому победители ожидайте, не переживайте, все вам будет начислено, поэтому можете даже не париться по этому поводу. Вот, еще, кстати, ребята, лайки не забывайте ставить под данный видеоролик, потому что все-таки Новый год, нужно лайков навалить прям очень-очень достаточное количество, поэтому всех, пожалуйста, прошу поставить свой царский лайк. Также, ребят, о чем мы с вами еще будем сегодня разговаривать? По поводу 10 миллионов на этом аккаунте розыгрыш. Я там обещал, что 31 декабря докачаюсь до брига. В итоге у меня это не получилось сделать. Ну, это, в принципе... Не, я, конечно, был себе уверен, что я смогу это сделать, но что-то как-то у меня времени не было, поэтому 10 лямочков, розыгрыш мы, ребята, запустим ровно, опять же, через неделю. Постик вы увидите у меня, да и отдельное видео тоже увидите у меня на канале, поэтому можете даже не переживать по этому поводу. Все будет, все, как говорится, ребята, только нужно подождать немножечко. И еще, о чем я не сказал, еще. А, да, ну и новости такие насущие. А буду ли я снимать танки онлайн в новом 2021 году? Ну, да, естественно, ребята, буду пока я снимать, поэтому планы и там кто вопросы мне спрашивал, останусь ли я в танчиках, да, ребята, остаюсь я в танчиках, все у нас стабильно, все так же, как и до этого происходило, будет происходить, ролики, соответственно, будут выпускаться, ну, а вы их, соответственно, будете смотреть, лайки, главное, чтобы вам нравилось, и главное, чтобы вы, ребята, завозили довольно-таки достаточное количество своих царских луксов, и это самое, на самом деле, ты главное, блин, ах, ты маленький говнюк, а там что был? Там был контейнер, по ходу дела, да, там был у нас контик, который я благополучно просиренькал, вот. Поэтому ролики у нас по танчикам будут, я никуда не ухожу, ребята, все нормально, все найсово. Да, у нас здесь, кстати, новогодний режим образовался, хотя он вроде... А, он стартовал 2 января, а сегодня же 2, а я почему-то думал, что сегодня 1, но это все, ребята, из-за того, что я, как говорится, себе решил устроить 2 дня выходных, поэтому вот такие вот дела, вот такие пироги, 2 дня я у нас отдыхал, отдохнул очень хорошечно, Новый год мы провели тоже очень весело, и пляски, и всякие видюшки. Я на самом деле хотел это все дело еще поставлять ролик, но это все у нас было в инстаграме Кристине. Кто не подписан на инсту, вы опять же пропустили очень много чего интересного. Но опять же, можете зайти там посмотреть, почекать фоточки, там пару штук новогодних тоже, как говорится, имеется. Поэтому, если что, имейте в виду. Ссылочку, я так думаю, оставлю на все это дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Улетает зайчик мой. Я у нас голдик, ребята, к сожалению, просиренька. Ладно, давайте подожгем этого чела. Я еще, ребята, совсем никак не тренировался, не играл, не заходил за эти дня вообще ни в интернет, ни всякие ютубчики не смотрел, то есть ничего. Получается, какого? Блин,
Если вот прям вот, чтобы не соврать, сказать. Короче, в 2 часа, где-то примерно по своему времени, 31 декабря я у нас вышел из интернета, ВКонтакте я там был последний раз, и, как говорится, все, мы начали новогоднюю пляску, новогоднее, так сказать, пиршество и подготовку к Новому году. Всякие салачки там делали и так далее и тому подобное. Вот, естественно, в новый сам год я у нас тоже, ребята, не постил вообще ничего. Ни сторис, ни всякие, не снимал ни фоточки, ни в интернет не заходил. Короче, я наслаждался у нас без интернетовой зависимости, если можно это так назвать. 1 января я у нас практически тоже до половины дня ничего не делал. И зашел в интернет только, получается, под вечер 1 января, я вам скажу так, это очень офигительно, поэтому, если кто-то прям хочет конкретно соскучиться по интернету, чтобы вот прям, знаете, как зашел и смотришь, такой, ой-ой-ой, сколько много всего интересного, как же это, черт возьми и побери, интересненько, то, соответственно, советую вам, ребята, вот такую тему, вот такую вот штуку, попробуйте хотя бы день продержаться без интернета, прям очень сильно расслабляет и очень сильно помогает очистить, как говорится, голову от всякого говнеца, поэтому, если что, советую, ребят, советую. Вот, также, что мы с вами еще, ребят, здесь наблюдаем и видим. Во-первых, как бы, да, на этом аккаунте я у нас, скорее всего, ребята, уже не буду играть, и это у нас будет последний ролик. Возможно, на стримчиках я, конечно, и буду сюда еще заходить, но вероятность, что я даже на стримах зайду, как бы, на этот аккаунт, она равна где-то, ну, примерно 1-2%, и на этом усё. Потому что, ну, смысла уже нету, прокачку я у нас свою просиренькал, и здесь никакого не вижу смысла более-менее оставаться, что-то качать, что-то прокачивать. Единственное, что меня сейчас волнует, это как раз-таки комплекты, которые у нас будут продаваться за кристаллики. Кристальные комплекты, пожалуйста, надропайте мне, разработчики, на моем аккаунте без доната, и будет очень круто и очень nice. Так, там у нас еще один золотой ящик, блин, а Джиггернаут режим у нас довольно-таки неплохо, да, у нас доступен, и получается такая тема, что я не знаю даже, на каком аккаунте вы, ребята, сейчас вам записывать ЗЛПху. Я на самом деле до этого ЗЛПху записывал на этом аккаунте, на психе, и на ЮТ забей. Сейчас мне нужен аккаунт, где у меня более-менее есть прокачанные какие-то штучки, прокачанные плюшки, наверное, да? Потому что убивать Джиггернаута это будет сложная и потная часть, а чтобы по-быстрому записать как раз-таки новогоднюю ЗЛПху, которую нужно, скорее всего, выложить уже будет завтра, это мне нужно заходить на какой-то мега-аккаунт. Ну, скорее всего, я у нас буду заходить на ВВ Айдер. Там вроде бы звание старшего лейтенанта или просто лейтенанта, короче, не суть, но там у меня есть МК-8 вооружение, которое я, соответственно, буду использовать, чтобы завалить вот этого самого Джаггер-пупера, который мне, соответственно, ворушка, это очень сильно поможет и задефает меня, и как раз таки, если я у нас стану Джаггернаутом, то я буду у нас прям неплохо-таки сильно забрать все золотые ящики. Почему именно на этом аккаунте, на прокачанном, я буду это все записывать? Потому что, ребят, нехватка времени. Вот, у нас сегодня будет, кстати, 2 стримчика на канале. Первый стрим по танкам онлайн, второй стрим будет по игре Exotanks. Поэтому всех приглашаю, всех, соответственно, будем ждать на этом мероприятии. И по поводу аккаунта, да, опять же, времени нету. А на том аккаунте можно очень быстро, соответственно, все вот эти штучки забирать. Я имею в виду Джиггернаута забирать прям очень быстро, записывать фрагменты, записывать ролики и уже переходить и выкладывать как раз таки вам этот самый фрагмент, чтобы вы поставили лайки, чтобы, соответственно, вы у нас немножко, блин, ну не знаю, позавидовали, наверное, вряд ли, потому что я у нас голдолов на самом деле такой себе, но вот чтобы просто поставили лайки, поучаствовали в конкурсе, который там у нас будет в этом ролике, это да, это, конечно, бесспорное такое для меня решение, которое нужно, соответственно, моим подписчикам подарить, и чтобы они прям очень сильно порадовались. Так, ладно, я у нас, кстати, еще не понимаю, походу, я на самом деле почему-то, я не знаю почему, но думал, что карта у нас будет только одна. Знаете какая? Карта, короче, где елка посередине, форест вот этот переделанный и усё. Я думал, что на ней будет проходить все мероприятие, а здесь мы как бы у нас просто покайфуем просто. Но карты, походу, у нас будут опять же те же самые, что и были до этого. Печаль, конечно, но да ладно. По миссиям у нас здесь ни хренашеньки нету. Угу, миссии у нас и выполнены. Там, кстати, у нас скоро будут миссии, связанные со снеговиками. По поводу челленджа, я, ребят, даже вообще ничего не буду записывать. Здесь у нас есть
необычная краска. Вот единственное, что прикольное, это автопушка. Устройство на хорька такое себе устройство. Краска сирень, анимашка, которая по факту уже была в танках, тоже такое себе. Устройство Роина Мамонта такое себе. Блин, а чего у нас даже устройств как бы нету? На Мамонта такое себе, такое себе. Автопушка у нас единственная прикольная. И плазмофакел. Блин, вот плазмофакел, ребята, вот это крутое на самом деле устройство. Поэтому вот ради него, наверное, можно у нас и купить боевой пропуск. Но он аж на 5 уровне дает. Соответственно, можете выполнить одну зданку, да и все. Забрать это, а потом не выполнять. Краска вот это извержение вулкана. Я не помню, она была или нет, но... прикольная, прикольная. Но что ради этого париться... Ну, хотя, кому я рассказываю, париться ради того, чтобы пройти этот челлендж, а же можно просто у нас выполнять миссии, и ты весь челлендж проходишь, поэтому паривания никакого абсолютно у нас здесь нема. Ладно, немножко разучился комментировать, поэтому, ребята, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте мой свой лайк, также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, с вами был Вайдер, всем пока-пока. Show.